Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Май не спешит быть благосклонным и стабильным. Он чередует то повышение температуры, то дождь. Впрочем, этот месяц никогда не отличался постоянством. И вот что он готовит уже завтра. На севере днем до плюс 20 градусов выше нуля, небо затянуто облака и ждем кратковременный дождик. В ночные часы до плюс 11. В центральных районах Дубосарах и Григорьополе днем до плюс 21. Также небо затянуто облака и тоже кратковременный дождик в расписании и, возможно, даже гроза будет, а при ней усиление ветра до 14 метров в секунду. В ночные часы до плюс 12. На юге картина похожая. Днем 19-21 с плюсом. Будет довольно пасмурно. Ждем кратковременный дождик в расписании и даже грозу. Ветер юго-западный 7-10 метров в секунду и возможные порывы до 14 метров в секунду. Ночная температура до плюс 12. В последующие сутки ждем днем кратковременный дождик и ночью он превратится в ливень. Это все в теории вероятности, конечно же. И температура без изменений. У меня на это все. До встречи.